Чехия не будет принимать больше беженцев, потому что принимает украинцев. Об этом заявил чешский премьер. Ранее подобные заявления звучали от польских властей. Что это за украинские мигранты и сколько их, узнавала Елена Абрамович. О мигрантах из Украины чешский премьер заговорил, протестуя против квот Брюсселя по распределению беженцев между странами Евросоюза. Якобы его страна переживает наплыв других переселенцев. Только за первые полгода 2018-го полиция Чехии задержала почти 2500 нелегальных мигрантов. И большинство из них не из стран Африки или Ближнего Востока, а из Украины, Молдовы и России. В прошлом году Чехия депортировала более 1000 украинцев. Чехия больше не примет ни одного беженца, который прибыл в Евросоюз через Средиземное море, поскольку принимает людей из Украины. Пожаловался Андрей Бабиш и на отсутствие четкого плана действий в Евросоюзе. Обсудить детально вопрос он собирается с Вышеградской четверкой, куда помимо Чехии входит Словакия, Венгрия и Польша. Эти страны не хотят принимать беженцев. Мигрантов из Украины как аргумент в свою защиту ранее использовал и польский премьер. Заявлял, что Польша приняла миллионы украинцев. Однако риторика стихла после оглашения официальной статистики. За 10 месяцев прошлого года статус беженца Польша предоставила всего 56 украинцев. Там, как и в Чехии, большинство представителей нашей страны не беженцы, а экономические мигранты, которые получают не пособие, а разрешение на работу. Елена Абрамович, Иван Ермаков, подробности. Европейское бюро телеканала Интер.